Просьбы услышаны, вопрос закрыт. Автобусы номер 220, связывающие Чебоксары с Новочебоксарском, продолжат ездить по прежнему маршруту. Об этом редакции республики заявили в региональном Минтрансе. Такое решение было принято после многочисленных обращений жителей обоих городов. Теперь маршрут не только не закроют, но и пустят по нему автобусы большей вместительности. При этом сохраняются планы по оптимизации маршрутной сети городского и междугороднего транспорта. Минтранс планирует заказать научно-исследовательскую работу по оптимизации маршрутной сети именно этого направления Чебоксары-Новочебоксарск. По результатам этой работы уже будет приниматься решение об дополнительном, может, открытии, а может быть и закрытии какого-то из маршрутов.